2148 год. Задыхаясь от отсутствия полезных ископаемых и жизненного пространства, перенаселенная и голодная Земля с невероятной яростью взялась за освоение Вселенной. Постепенно человечество перестало чувствовать страх перед космосом. Люди с легкостью захватывали новые планеты, нигде не встречая и намека на враждебность, и стали слишком беспечными. Как оказалось, напрасно. Прямо по курсу планета XS-1743. Сигнал СОС идет с местной планетарной базы номер 3. Центр приказал нам исследовать местность, как кораблю, находящемуся ближе всех к этой планете. Необходимо отправить туда пилотируемый челнок. Полетит планетарная разведгруппа. Хай, всем привет, друзья, это канал Outcast Game. Сегодня мы с вами поиграем в игрушечку на посмотрелочку под названием Kill Deal. Игра 2005 года выпуска от разработчика Crazy House, издатель Discuss Games. В жанре аркада, sci-fi, futuristic, шутер, короче, там все подряд. Какой раз уже у меня подряд игрушка какая, четвертая, наверное, или пятая, которая плохо запускается. Плохо записывается, короче, ну, в общем, как-нибудь я ее записал. Посмотрим, что за игрулька, такая что-то с видом сверху похоже на Crimson Land, я когда-то играл, такая игра похожая есть. Ну, мы ее тоже когда-то посмотрим, я еще не играл. Что-то музыка знакомая, подожди. Что это? А ну-ка, напишите мне, что это за... Что-то где-то, какой-то не ремикс, а типа как похоже на что-то. Что-то знакомое такое, ладно. Погнали, новая игра, посмотрим. Имя боец. А я могу писать нормально? Могу. Игроков один. Ну, конечно же, легко, средне, тяжело, легко. Давай на легком пойдем, я ну его нахрен. Потому что что-то посмотрел, там прям дичь какая-то страшная. Выберите персонажа для игры. А есть разница? Шафт, наемник, стрелок, пира. А, есть какая-то разница между ними? Я так понимаю, это дробовик или что? Давай стрелка возьму. Это что-то замораживает или что? Есть какая-то... Так, затеряна планета крушения. Челнок упал недалеко от исследовательской базы. К нему сразу начали сбегаться какие-то монстры. Для начала необходимо отбиться от них, а затем пытаться найти эту базу. Хорошо, давай пробовать. Так, как играть? А, чертова планета угораздила же, бляха-муха. А что это за здоровяк? Ха! Так, у меня есть автомат. У него была граната. Граната вроде правая, похоже, у меня компания. Граната вроде правая кнопка была. Так, хорошо, как перезарядка. Вот это я меткий, смотри. Тихо, не меткий уже. Ой! Ты меня коцнул, сучка, падла, паскуда. Дай гранату возьму. Ну-ка, не лезь ко мне! Так, тихо, спокойно, защищаемся. Бонусы не исчезают, это хорошо. Так, пока что прикол. Прикольно. Блин, а вот такие игрушки вообще классные, топовые. Это 2005, я говорил, год, да? Так, а мне, подожди, у меня патроны что, бесконечные или что? А, так у меня бесконечные патроны. Просто есть перезарядка и все. Так, тогда можно валить. Вот, жирный идет. Еще один. Как перезарядка, подожди. Чтобы самому... Так, ну вроде отстрелился. 4 гранаты у меня есть. Как ты... Что, еще кто-то? А, нужно сюда пойти. Ну, пошли. Победа. Хорошо, первый уровень. А вот это у меня, так, я так понимаю, там и уровень что-то можно еще набивать. Персонаж один, опыт нанесено урона, получено урона, фраги, время. Крушение победы, затерянная планета, окей, переиграть, продолжить. Давай продолжить. Затерянная планета, путь через ущелье. База должна быть где-то к северу или северо-востоку от места крушения. Единственный шанс узнать, где находится база, это отправиться через ущелье на север. На север. На сервер. 2005 года.
И если что, игрушка запускается отлично, если в нее просто играть. Вот над запись, вот немножко с записью проблема. Ну а так нормально. Так, опять у нас корабль уже упал возле этого. Пацаны, у меня патроны бесконечные, только есть перезарядка и все. Что это? Руль какой-то взял. Бабах. Бронька. Ух ты, откидывает. Прикол. Это хороший бонус. На гранату. Потому что он еще туда хрена прям здесь. Они меня хотят зажать, сучки. Бам, еще одно. Что это? Скорость. Блин, там он еще какие-то бонусы. Подожди, нужно как-то их забрать. Да, еще буду. Гранаты не жалеем. Ага, откидывает. Вот это что такое? Очки какие-то. Что за очки? Что очки дают? Так, а тут я гранаты потратил нормально. Так, у меня второй уровень. Что дает уровень? Музычка хорошая, классная. Так, хилка. А что вот это такое? А, рано я сделал это, блин. Блин, они еще сзади идут. Ну, жирный. Полужирный. Разлет пуль очень большой. Мне нужна вкачка, прокачка, перекачка. Так, хорошо. Это типа алиен-шутера, но алиен-шутер он такой, типа, перспективный. В смысле, в плане этого, ну вы поняли, да? Там, а тут бит сверху. Но прикольно, все равно классно сделано. Куда вы лезете, зеленые мушки? Мрази! Зажимают, 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 зажимают. И сейчас, блядь, перекусят и не заметят. Сука, жирные просто идут. А что это? Пауза. А есть смысл с паузы? Я же тоже медленно двигаюсь. Ладно, окей. Хорошо, что здесь бонусы не исчезают. Вот это вот прям хорошо. Вот это что такое? Так, R-перезарядка. Хорошо, есть бомба. Так, гранат у меня 6. Я могу бомбочку подвинуть как-то? Ну ладно, хоть так. Давай, музыка, тащи игру, бля. Что там, сзади опять идут, падлы? Давайте без зада. Давайте без жопы. А что за очки? Что очки дают? Не пойму. Пока что. Зажимают, сучары гребаные. Идите с одной стороны только, хватит с двух ходить. Блин, мне что-то надо помощнее, чем автомат. А тут будет вообще когда какая-то, типа как прокачки, я не знаю. Ну, гранаты, конечно, меня спасут, я думаю. Ух ты, бляха, вот так лучше не делать. А, меня аж уши зазудели. А, чуть не переколбасило меня. Так, аптечка не берется, когда у меня полная жизнь. Хорошо. Все, выход. Мне третий уровень. Как качаться можно? Победа. Третий уровень. Я понял, а как нанесен урон 40 тысяч? Что уровень дает? Так, продолжить историю. Закат под черным небом. Эти монстры появляются изо всех щелей, изо всех пещер. Невозможно угадать, откуда они появятся в следующий момент. Из-за скалистой местности приходится идти в обход на восток. Давай. Потихо сейчас будем. Блин, жирный сразу же пошел. Нужно их максимально быстро просто выбивать. Разлет! А ну-ка идите сюда, пацаны. Во, хорош. Еще жирнее! Пошли, пацаны, ёпта! Подожди, 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 нет, не трогать меня, не трогать меня, сказал! Ой, блин, зажимают, гранатка! Хорош! Чик, жизнь-ка! Так, нужно как-то прорваться вот сюда. Опа, тихо, замедлюшка, дай мне плей! Блин, только смысл с этой замедлюшки, если я тоже медленно? Ну, типа я могу прицелиться более точнее или чего? Ну, это как-то бесполезно вроде как. Если ты замедляешься тоже, то... Да, что там ты меня трогает? На.
Так, нормально. Опа, новые противники. Спокойно, спокойно себя ведем, зеленые. Блин, сколько замедления, смотри. Нахрена сколько. Сложненько что-то пошло прям. Прям до хрена народа. Блин, замедление как долго. А что вот это такое? Хилка, что ли? Так, тут нужно гранату бросить по-любому. Вот это инъекция или чего? Не понял. Что очки дают? А что очки дают? Подожди. Прицел вроде не лучше стал. Разлет. А, они... А, очки это невидимость или что? Они, короче, от меня уходят. А почему так потемнело? Я же не вижу ни хрена. Блин, мы в ночь все затянули, сука. Так, пошли брать гранаты. 9 гранат. Можно 10 взять? Можно, отлично. Что вот это такое? Инъекция какая-то. Только что-то не хиляет в рану ни хрена. Блин, мне нужна пушка помощнее. Она реально не вытаскивает. Уже не вытаскивает никак. Я только гранаты буду тратить. Смотри, какая толпа. Просто. Очки. Да, они типа меня теряют из виду. Только это очень такая короткая привилегия. Прям маленькая-маленькая. Так, спокойно. Спокойно. Да блин, сколько вас там будет, алло? Вы заколебете, пацаны. Что-то их там до хрена, не кажется? Идут и идут, и идут и идут. Да что ж ты будешь делать? Когда уже уровень закончится? Я уже 5-й уровень нахреначил. Только я не понял, зачем здесь уровень. Он что-то вообще дает? Хорошо, что хоть патроны бесконечные. Так, бронька, бронька, откидывалка. Откидушка. Так, инъекцию берем, не знаю, что это такое. Да блин, сколько вас там будет? Алло, что такое длинный этап? Они же обычно такие коротенькие, если там этот... А что, меня укуснул с катана? Фух, так, ладно, пошли, что это? Это был взрыв. Я его провтыкал. Да потому что они меня со всех сторон зажали. Там аптечка, подожди, ты можешь быстрее бегать? А, тут сверху дальше нельзя. Ладно, пошли на выход, потому что что-то потемнело резко. А что, прикольно было бы вдвоем поиграть вот в эту игруху. Такая неплохая. Вообще, смотри, сколько урона. 100 тысяч почти. 646 фрагов. Просто мастер. Так, кровавая ночь. Ночью невозможно продолжать путь. Шансы выжить практически нулевые. А эти монстры видят в темноте не хуже, чем днем. Впереди появилась вышка. Пожалуй, стоит укрыться в ней до утра. Но вокруг полно монстров, поэтому сперва необходимо расчистить место для ночлега. Для этого необходимо обследовать все пещеры, расположенные неподалеку. Ну, погнали. Так, пещеры. Что это? Ночью будет тяжело отбиться от монстров, заночевать можно в этой башне. Необходимо расчистить место для ночлега. Опа, летающие. Ой-о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 й
Нужно проверить все ближайшие чего? Что-то ближайшее надо там было проверить, но не понял что. Блин, да они меня зажимают уже. Я зря сюда забежал, наверное, да? Так, ладно. Блин, да в смысле ты не взял этот? О, что-то новенькое. Что это зелененькое такое?
Что это было? Подсвечивает монстров? Класс. Полезная штука, наверное. Да блин, пусти меня. Блин, нихера их тут. А мне так-то гранат не хватит, я тебе отвечаю. Их же еще не видно нихера. Блин, гранаты, гранаты, гранаты берем. Ой, блин, зачем я гранату бросил? Не та кнопка. Сорян. Так. Хотел перезарядиться. А что, гранаты? А 10? Больше нельзя таскать. Хорошо, гранаты тогда не экономим. Что? Что дальше? А где противники? Эй! Что там надо было исследовать, что-то ближайшее, я не понял. А где противники-то? Куда идти? А чё противники пропали? Воу! А вот и они. Блин, опять лезут, суки. Не вижу ничего! Блин, не вижу ни хрена, реально. Так, ну эти какими-то такими заплывами ходят, не сразу подбегают, а какие-то типа у них рывочки есть. Так, кто еще? Так, гранат 10. Пещеру я одну проверил. Там вышли. А где еще пещера есть? Вот тут внизу? Нет. А вон еще одна, наверное, вот тут справа, да? А ну-ка вылазьте! Падлы. Где ты там? Или отсюда уже вылезли? Подожди, а где еще тогда третья? Пещера пуста. Хорошо, тогда надо вглубь зайти. А мне что нужно сделать? Откуда же вы взялись? Блин, опять еще бегут. Бегут, 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 бегут. Бегут, не бегут, все будет. Все хреново будет. Так, нужно вот так встать, короче, и вот так стрелять просто. Ловите, короче, там себе подарочек. Где? Вижу тебя. Не вижу тебя. Где вижу? Вижу. Так, пещера там пуста была, а тут пещера. Еще бегу. Блин, летят. Вот это плохо, они очень быстро летают. Гранату быстро. Потому что летающие это падла еще те. Граната. Бабах. Да зачем мне эта подсветка? Тогда и лучше что-нибудь нормальное. Бабах. Так, граната работает из этого, с бляха-муха, контактная, короче. Граната контактная. Блин, стреляю тупо наугад, нихера не вижу. Вон один полетел, вижу, только он свалил куда-то. Давай только ты, это самое, за мной. Фух, так, прошел шестой уровень. Есть аптечки, гранат нету, 8 штук. Блин, гранат мало. Почти полные. Ну ладно. Че, заночуем возле обелиска? Окей.
Блин, прикольная игруха, вообще шикарная. Такая, типа экшеновская, не напряжная, скажем так. Хотя, норм, так и просраться дают. Как только начало светать, все отчетливее стал слышен рык монстров, и, судя по шуму, с каждой секундой их становилось больше. Оставаться на месте нельзя, необходимо выбираться из убежища и продолжать путь. Но как эти твари нас обнаружили, да, блин, вы же воняете все. Блин! Сорян. Меня покоцали. Довольно-таки мощно покоцали, суки. Но пока выбьешь эту бочку, то они 37 раз тебя еще завалят, скоты. Вот так, бегите просто по линии, чуваки. Вообще будет шикарно. Я просто вот так буду стрелять и все. Смотри, это же идеальный вариант. Так и делайте. Не сворачивайте. Плохо, что здесь оружка не улучшается. Ну, то есть, ты вроде как бы играешь, уровень что-то набиваешь, но оно по факту ничего не дает. 6-й уровень, а что он делает, как его вкачать, не знаю. Может, надо какую-то кнопку нажать, типа эскейпа? Нет, не работает! Эскейп не работает! Это плохо. Пацаны, критика! Критика пошла! Бабах! Оп, тихо, свалили нахер. Еще нахер свалили. Так, еще нахер свалили сейчас. Вот это я нормально тут набрался. Всякой херни. Только, блин, они не умирают. Ага, все. Бабах. Тихо. Бабах. Есть. Ты че? Бабах. Контактные гранаты рулят. Не, гранатки здесь вообще шикарно выносят, так-то я скажу. Прям мощно. Бах. Бабах. Все, свалили нахер. А я невидимый, да, в очках. И очки у меня, солнцезащитные очки. Хера вот эта штука. Он что-то новенькое. Скорость, что ли? Скорость бега. Серьезно. Прикольно. А что она только первый раз выпала? Да короче, похер. Сюда там погранат. Ой, 4 гранаты. Блин, гранат нету. Надо экономить. Потому что я так сдохну. Дян-дян. Забойный саундтрек. А есть еще 2-3. Хорошо, пойдет. Тут вроде осталось их чуть-чуть, да? 2. Все. Кажется, здесь чисто. Можно двигаться дальше. Куда? В какую сторону? Вниз, вверх. А что это 20-ка? Ну-ка, выключи мне эту херню. Нет! Еще, в смысле двигаться дальше? Я думал, уже все, уровень заканчивается. А смотри, ни хера не... А что вот это вот? Как переключить-то? Мне 20-ка он что-то показывает. Что только не пойму, что за 20-ка. Ух ты, бляха-муха. Какая-то 20-ка. Что за 20-ка? Куда ты лезешь, падла? Блин, опять куча народу. Да суки бьют! Блин, еще и бонусы с них не падают. Это плохо. Блин, эти черные еще быстрые. Собаки. А, можно двигаться дальше, говорит. Здесь, говорит, чисто. Можно двигаться дальше. Я лучше пойду. Пацаны, пока. Ой, фух. А что за 20-ка? Как ее переключить?
Там что-то можно вон переключать, а как, не пойму. Так, продолжить. Горная долина. По пути в долине обнаружен разбитый челнок. Необходимо ее обследовать и взять все, что может пригодиться. Как переключать? Q, E. Не знаю. Где я? Воу! А чё я сверху там? Там меня уже жрут. Ёлки зеленые! Ёлки зеленые! Блин, а как оружку-то поменять? У меня так-то гранаты уже заканчиваются, если что. Что это такое? 30, как включить? Ай, да отстань ты! Как включить 30-ку-то? Какая кнопка? Подожди. Это оружие мощнее моего автомата, как вовремя. Какое? Как его включить-то, это мощнее оружие? Объясни сначала тупому человеку. Как включить вот эту штуку? О, пауза, да? Опыт 20, огненная специализация. Вы не просто стреляете в монстра, вы их зажигаете. А, вот качаться можно, серьезно? Так вы и сказали. Подожди, я могу качаться. Так, адреналин. В определенный момент вы находите в себе силы двигаться гораздо быстрее, у вас открывается второе дыхание. Регенерация. Метаболизм. Угу. Максимум здоровья. Скорострельность. Вот это скорострельность качаем. Быстрая перезарядка, точность стрельбы, экономить. Вы больше экономно подходите к использованию предметов, стащенных монстрами с баз, повышая время их действия. Чего? А-а-а. Спринтер. Бесконечная беготня тянущихся щупалец не прошла даром. Вы быстрее перемещаетесь. В принципе, тоже хорошая сила. Если вы гораздо мощнее, можете носить с собой больше боеприпасов и расталкивать монстров с большой силой. Ночное видение. Вы начали привыкать к свету солнца и теперь ни один монстр не подберется к вам незамеченным. Телекинетик. Концентрация на цели и самый разгар боя позволяет подбирать предметы на расстоянии. Давай силу вкачаю сейчас. Экономиста и... Да блин. В принципе, можно либо... Давай точность стрельбы. Меню выйти из игры, отправить. Как переключить? Вот это не понял. Хотел посмотреть, короче, как переключить оружку или что это такое. И так и не понял. Специализация. Я их поджигаю, да? Или нет? Как специализацию сделать-то? Специализация как работает, как здесь вообще что-нибудь работает, какую кнопку нажать? 1, 2, 3, 4, 2. Во! Ух, нихера себе, прошибает насквозь. Снайперку нашел на двойку. А почему она до этого не переключалась? Я же нажимал двойку. Нате, короче, вам гранату там. Работаете. Так, а подожди, а у нее-то конечные патроны. У нее патроны не бесконечные. Это плохо. Ее нужно оставить на потом. Так, спокойно, вот тут надо собрать все. А как специализацию использовать? Я вроде их не вижу, чтобы я их поджигал. Вроде они не поджигаются. Какая кнопка специализация? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, какая кнопка? А вон патроны есть, вижу. Так, а как же специализацию подрубить? Подожди. Специализация, хер его знает. Так, второй уровень огненная специализация. Вы не просто стреляете, а монстров их все поджигает. Только как? Так, Максим, быстрая перезарядка, точность стрельбы, ночное видение, телекинетик. Было бы еще неплохо быстро бегать. Давай на быструю перезарядку вкачаю пока что. Потому что быстрая перезарядка очень сильно важный элемент в любой игре. Да, спринт немножко нужно будет скачать по-любому.
Ай, зажмут сейчас! Сучары гребаные! Уху-ху! А зачем мне столько аптечек, пацаны? Вы издеваетесь. Мне бы гранаты лучше. Вот гранаты намного полезней. Блин, да сколько же вас здесь будет, пацаны? Как специализацию подрубить я хочу? Плохо, что не пишется, нету в настройках управления ничего вообще абсолютно. Так, пока я не видим, надо немножко свалить. Да нихера себе, как тут свалить? Тут нету места, куда свалить даже. Нифига, смотри, сколько их. Просто миллиард. Аптечки-то хорошо. Аптечки это хорошо, я могу на них стоять, просто ничего не делать. Только мне нужны гранаты. Пацаны, все, нету гранат, все, мне труба. Нет труба, меня сейчас зажмут просто и все, и я съемся. Потому что мне даже бежать некуда. Все, меня зажали. А как? Как это пройти-то? А если я нажму меню? Мне нужны настройки, мне нужно управление. Вперед-назад, тра-та-та, маус, один граната, фонарик. Фонарик? Специализация Q. Адреналин Е. Предыдущее оружие, оружие, оружие. Так, пауза, скриншот, выход. Хорошо. Давай продолжить. Миссия 6. Сложная, 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 сложная. Может, тут нужно было что-то сделать? Так, это оружие мощнее. Я-то понимаю, что мощнее, но автомат-то намного... лучше. Так, огненная специализация. Давай берем это. Скорострельность, быстрая перезарядка, точность стрельбы. Ой. Спринтер давай. И давай силах. Зачем-то, не знаю. Буду отталкивать противников. Мне две гранаты. Как там? А специализация, она работает на время? А, ну да. Она заряжается. А чё они фиолетовые? Вроде синие были. Просто, знаете, вот эта игрушка о том, что какие тебе бонусы выпадут. Если тебе повезет, у тебя бонусы выпадут правильные, то ты выиграешь. Если нет, то сорян, ты проиграл. Вот тут эта игрушка именно про это. Блин, а специализация так-то вообще вылетает просто в труху быстренько очень. Просто максимально. Она-то вроде и заряжается. Только ее можно использовать, когда она заряженная. А так нельзя просто. Наполовинку. Хотя я не ту кнопку нажимаю. И она прошибает, да? Так, хорошо. Я не понял, как там выжить, если там просто идет куча народу. Такого вообще просто два. Бабах! Отвали! Даже не куснул, смотри. Да, это, конечно, классно прошибает, но и патроны, конечно, к ней заканчиваются. Так, быстрая перезарядка, точность стрельбы, максимум здоровья, огненная специализация. Да херня это все. Давай на быструю перезарядку, потому что, блин. Хотя, сука, я не пойму, что тут надо сделать. Тут надо просто выжить, да? Максимально времени или чего? И что-то оно не поджигает, или мне кажется. Что по гранатам? Гранатам очень мало. Гранат очень-очень мало.
Блин, вот эти жирные, которые зеленые. Гранат нет! Блин. Все. Труба приехала. Меня зажали опять. Да как пройти-то? Подожди. Мне гранат не хватает. А что за прикол? Как пройти это? Может, тут что-то нужно сделать? Хм, так ничего я вроде не вижу, ну такого, что приметное. А как здесь выжить-то? Вот уже меня просто бьют. А это мощное оружие мне не поможет, потому что оно не очень-то сильное и мощное. Оно-то прошибает всю вот эту нечисть, да, но тут гранаты самые классные, это гранаты, но их очень-очень мало. Так, хорошо. Ядовитая специализация... О, ледяная. А почему сейчас появилась ледяная? Так, давай... Быстрая перезарядка и скорострельность. Не буду брать эти специализации, они, в принципе, нафиг не нужны, наверное. Или надо? Это бесполезное тут будет, я думаю. Давай попробуем на ледяной специализации пойти. Фуф, так, ночное видение, телекинетик. Точность стрельбы, максимум здоровья. Зачем? Зачем это все надо? Давай сила. Пока что все, хватит. Блин, сложный уровень, зараза. Это я так по базе сейчас бегаю или чего? Ну, базовая скорость. А, вот это вот адреналин. Я понял. А ну-ка, если вот так. Так оно не замораживает. Оно просто то ли урон какой-то дополнительный наносит, и все. Смысл с ледяной. Или этой обычной... или огненной. Хуй смысл, если оно в принципе ничего не делает, просто дополнительный урон наносит. Так, хорошо, а чё, как пройти уровень-то? Окей. Так, вот эти синие еще мелкие, они быстрые, зараза, их очень много. Не успеваешь их даже отстрелить. Так, хорошо, что у меня по уровню? Еще 2 очка есть. Ледяная специализация. Говно. Быстрая перезарядка, давай. Точность стрельбы, максимум здоровья, экономист, ночное видение, телекинетик. Блин, ничего нет полезного. Я 9 уровень не выдержу, да? Не доживу до 9 уровня. Потому что гранат реально не хватает. Да блин, эти зеленые еще гранату выдерживают, падлы. Здоровые вот эти. Суки.
Да блин! Сколько же вас тут будет, пацаны? Кухару! Можно выйти, можно выйти, можно выйти, можно выйти, можно выйти! Можно выйти, пропустите, суки! О, есть победа, хорош! Фу, блин, тут... Хоть бы сказали, что это нужно на время, блин, я не знаю. Фух, время 3 минуты. Конечно, полученный урон на 70. Так, на подходе. Кроме оружия на челноке была обнаружена рация. С трудом, но все же получилось связаться со своим кораблем. Связь была ужасна. Единственное, что удалось разобрать, так это то, что с корабля пообещали прислать шаттл в район первой базы. Ну что же, необходимо двигаться дальше. Все указывает на то, что база уже недалеко. Появился генератор. Такие генераторы должны быть у каждой базы, они снабжают их электричеством. Короче, давайте, ребятки, на этом закончим. Игрушка прикольная, классная вообще. Генераторы, значит, база поблизости, да. Вообще шикарная. То есть шпилить можно, проходить можно. Вообще шикардос, так что я рекомендую. Она и такая сложненькая довольно-таки неплохо. Плюс есть прокачечка. Вот прокачка — это класс. Это я одобряю. Скорострельность, точность стрельбы, телекинез. Давай скорострельность и... Ай, блин, хер его знает чего. Повышай время действия этих, да. Давай точность стрельбы. Короче, игрушка классная, мне понравилась, честно, отвечаю. Можно херачить, все качаем, все херачим. Если кто не играл, рекомендую. Я поиграл первый раз, мне... Так что игрушка зачетная. О, смотри, кто бежит. Нихера себе, какой-то мясник. Ты чё? Нифига ты мощный. Ебаха. Хера ты. Сколько с него всего навыпадало. Прикольно. Короче, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте, если вы хотите в следующей игрушке какой-нибудь на посмотрелочке. И все, всем пока.